В рамках акции «Спасибо врачам» 22 мая депутаты Электрогорского отделения партии «Единая Россия» вручили чайные продуктовые наборы команде медицинских работников городской больницы. Это не первое мероприятие, которое проводит партия «Единая Россия» на территории Подмосковья. Но вот как бы очередная наша акция, в которой наше местное отделение партии «Единая Россия» городского округа Электрогорск также принимает активное участие. Каково наше участие? На наши собственные средства, которые выделены депутатами, которые выделены представителями партийного актива. В Московской области закуплено, сформировано свыше 16 тысяч вот таких сладких чайных наборов. И со вчерашнего дня представители партии, представители молодой гвардии выезжают на места в больницы, в отделение скорой помощи, для того, чтобы сказать вам очередной раз спасибо и вручить эти небольшие чайные наборы. От лица всех жителей Электрогорска депутаты выразили слова огромной благодарности за труд, пожелали здоровья, выдержки, сил, терпения, удачи в нелегком и благородном труде нашим врачам. Местное отделение партии активно приняло участие в той акции, которая проходит на территории Подмосковья, начиная с 21 мая. Мы еще раз сказали нашим дорогим медикам спасибо врачам. Сегодня люди в белых халатах на передовой в борьбе с коронавирусом. Вирусные инфекции круглосуточно борются за жизнь и здоровье пациентов. Долг каждого из нас – оказывать посильную помощь им в этой работе.